Микрокредиты – это настоящая угроза национальной безопасности. Это заявляют члены общественной палаты и требуют микрофинансовые организации запретить. Ведь это нерегулируемая цивилизованными законами серая зона, в которой действуют абсолютно бандитскими способами те, кто официально называются коллекторами. Их методы не на грани, а уже за гранью. Угрозы, шантаж, нападения, вымогательства. Жительница Петербурга на неделе коллекторы обещали сжечь ее детей, если не отдаст долг. И страшный случай прошлый недели, когда из-за брошенного коллектором в окно квартиры коктейля «Молотова» пострадал ребенок, питерские коллекторы записали себе в актив. Вот посмотрите, так будет с теми, кто не платит. И это только за последние недели. Да, на фоне кризиса сумма просроченных россиянами кредитов уже 1 триллион рублей. Но тех, кто взял цивилизованные кредиты, все-таки защищает закон о личном банкротстве. А есть еще микрокредиты. Такая схема с большой дороги, когда должник увязает в процентах. И выдают эти кредиты, сумма которых очень невелики на каждом углу. Те, кто в 90% случаев вообще не имеет права финансовой деятельностью заниматься. Это такая полулегальная схема. Деньги за 5 минут, без объяснения зачем, возьмете быстро, вернете быстро. Неправда. Уловок столько, что проценты растут ежесекундно. Мой коллега Георгий Алисашвили постарался разобраться, что с этим делать. Ведь эта схема посильнее МММ и «Властелина», которыми сегодня пугают решивших купить жене сапоги, как заманчиво обещала давняя реклама. Контор, предлагающих так называемую скорую финансовую помощь, настолько много, что в Москве, выйдя из любого метро, можно не сомневаться. Где-то за углом тебя ждут быстрые деньги. Сейчас попробуем их получить. Никаких справок не требуют, из документов спрашивают только паспорт. Говорю с порога, очень нужны деньги, весь в долгах, а работы нет. В любом банке уже на этом разговор бы закончился. Буду искать работу. Пока в поиске работы, да? Ну, пока да. Понятно. Ну хорошо, смотрите, 50 тысяч на 3 месяца, оплата каждые 2 недели. Деньги нужны были на оплату квартиры. Взяли 15 тысяч. А должны оказались 40. Муж лишился работы, Татьяна была беременна. Первое время молодая семья справлялась, выплаты шли точно в срок. Но потом деньги закончились и начались звонки. Они мне звонят, я говорю, то есть у меня нет денег, я не работаю. Я говорю, давайте как-нибудь там частями я вам буду отдавать. Я вообще хотела в суд обратиться. Может быть, так все как-то решится. Не решилось. К делу подключились коллекторы. По телефону обещают большие неприятности, иногда весьма экзотические. Речь коллектора кажется бредом не очень воспитанного человека. Но Татьяна боится, ведь после писем с угрозами ей уже сожгли детскую коляску. Да как ты вообще ребенка воспитываешь? Ты, а? Как тебя назвать, не знаю, как слово уже подобрать какое. В принципе, мы можем сейчас газельку с бомжами тебе организовать. 5 негров будут у тебя в понедельничку. Ты можешь выходить из квартиры, не выходить, это тебя не спасет. Грозились вытрясти всю душу и поджечь дом. Дошли до родственников. Таксист Алексей Носов взял в кредит 25 тысяч на ремонт служебной машины. Затянул с выплатами, долг увеличился втрое. Дело передали коллекторам. Не выдержав постоянных угроз по телефону, мужчина покончил с собой. Теперь те же люди звонят его близким каждый день. Они продолжают угрожать, они продолжают оскорблять, они продолжают всю семью просто морально изводить. Они либо ждут следующего, либо я не понимаю, чего они ждут. В кредитной организации уверяют, претензий к покойному они больше не имеют. Но о продолжающихся звонках говорить не хотят. Процент, под который берутся деньги, кажется небольшим. 1.5-2, но это в день. Сколько получается за год, узнают только самые внимательные. В договорах и даже на сайтах эти данные мелким прозрачным шрифтом. Есть что скрывать. Реальная ставка может превышать 800%. То есть, взяв 50 тысяч, через год придется отдать 400. Цифры настолько дикие, что если дело о невозвращении кредита организация передаст в суд, заемщика могут освободить от набежавших неустоек. Те проценты, которые в договоре неустойки прописаны, они в суде полностью убираются, потому что договор, как правило, признаются кабальным. Проще получается выбить. Конечно, проще выбить. Ну, услуги юриста, да, нанимать, суды, госпошлины и так далее, приставы, это все время, это определенный штат людей, это невыгодно. Просто
Света Свирёв, компания «Резерв». Указана «Галактика», на входе указана «Деньга». То есть в реальности какая компания работает? В ответ молчание. Концов не найти. Разные названия на вывесках и в уставных документах. Или вот еще типичный пример. Офис в Москве, а юридический адрес в Ульяновске. Где искать защиты, кому жаловаться? Вместо звонка в полицию многие заемщики предпочитают взять новый кредит. Так советуют те, кто приходит за кредитом старым. Человек уже находится на дне финансовой ямы, полностью зажат. И коллекторы фактически вынуждают брать снова кредит. Не знаю ни одного примера, кому бы микрофинансовая организация помогла или спасла, а вот примеры, когда люди оказываются еще ниже, или когда люди теряют здоровье, к сожалению, нередки. Официально в России работают 5000 микрофинансовых организаций. В реальности их намного больше. Для ведения этого бизнеса не нужны ни лицензия, ни большой уставной фонд. Отчетность символическая. Что касается коллекторов, то их деятельность вообще законом не регулируется никак. На практике здесь приветствуются молодые мужчины крепкого телосложения. Главное качество – умение убеждать клиента. Любой ценой. Стук такой, знаете, прям аж дрожь в ногах. Это просто... Я выскочила, я говорю, вы что, говорю, долбитесь? Мы, говорит, не долбимся, мы стучим, мы все про вас знаем, у вас вот маленький ребенок. Я говорю, вы заведомо знаете, что у меня маленький ребенок грудной, и вы, говорю, долбитесь. Я говорю, так как, говорю, понимать с вашей стороны? Они такие, а что, говорит, нам извиняться, что ли? Коллектор – это не сотрудник правоохранительных органов. Вот, должник не обязан выполнять его указания, подчиняться его действиям и даже не обязан там, общаться с этим человеком. Для того, чтобы коллекторские службы, с одной стороны, могли взыскать задолженность, с другой стороны, для того, чтобы коллекторские службы не превращались в вышибал эпохи 90-х годов, необходим какой-то здравый законодательный компромисс. Но пока его нет, и это дикий бизнес. В том, что деньги может получить каждый, мы убедились сами, обратившись в 4 микрофинансовые организации. Я представлялся безработным, без кредитной истории, без прописки и даже временной регистрации в Москве, человеком без образования и каких-либо планов на жизнь. Не отказали нигде, хотя просил я немало, 100 тысяч. Самые скромные кредиторы на возврат долга давали полгода. Правда, возвращать придется уже не 100, а 217 тысяч рублей. Причем, если я растворюсь в толпе и не верну свой долг, компания потеряет не так уж много. Грабительские проценты – это и есть страховка кредитора на случай, если кто-то решит не платить. Мы попросили эксперта посчитать, сколько заработает организация, если половина таких заемщиков, как я, исчезнет вместе с деньгами. Наша годовая доходность, потеряв половину, составит 94% на вложенный капитал. Я не специалист, мне трудно судить, сколько зарабатывают торговцы наркотиками, но, скорее всего, их доходность после всех издержек окажется меньше. Компания выходит в ноль, если деньги вернет хотя бы один из 7 заемщиков. Все остальное, включая то, что выбьют из должника коллекторы. Чистая прибыль и почти никакого мошенничества. Георгий Алисашвили, Евгений Марускин, Виктор Швагерус, Вячеслав Архипов, Анастасия Берестенко. Воскресное время. Первый канал.